Мне выпало счастье 30 лет отвечать за состояние космонавта в здоровом полете. В результате этой работы удалось создать систему, которая позволяет утверждать, что заболеваний как таковых нет, есть состояние. Но Королёв нас учил, если критикуешь, предлагай, предлагаешь делать. Так вот, мной создана сегодня оздоровительная система, которая позволяет мне заявить, что рака того же и СПИДа нет. И никто на меня в суд пока не подал, потому что я прав. Нами разработана система, которая позволяет только за счет сознания, измененного сознания, вылечить человека. Если официальная медицина говорит человеку, что он болен, его уже вылечить невозможно. Меняется сознание человека. Он уже начинает зацикливаться, считает себя ущербным по отношению к другому. И вылечить его нельзя. Но самое главное, если человека акцентировать внимание на те резервные механизмы, которые заложены у нас, а они на порядок больше, чем любые повреждающие факторы, то человека можно вылечить только за счет этого. Только чтобы человек сам занимался тем, что это его машина, от него самого зависит это состояние здоровья. Сегодня уже разработана методика на официальном уровне, клинически подтвержденная, что можно с помощью измененного сознания, так называемого ясновидения, можно сегодня восстановить орган, который у человека вырезан. Причем это клинически подтвержденные случаи, официальная медицина об этом знает. Во Франции, в Германии, в Швеции, в США, на Украине эта методика работает. Мы подчас делаем то, что не может делать официальная медицина. Я пишу это в своих книгах. Написано элементарно проще. Будь то перекись водорода, будь то вода, будь то ясновидение, будь то книга, которая называется «Резервная возможность организма», как с помощью дыхания и сознания можно вылечить человека без лекарств. Поэтому благополучие всем вам и самое главное – здоровье, которое находится в вашем не только в ваших руках, но и в вашем сознании.